Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами снова я, Лео Ди Каприо, это GTA Online и мой друг Макс. Здравствуйте. Да, и сегодня, как вы догадались по названию, если вы умеете читать, вот сегодня мы будем руферить, вот, в GTA Online, естественно. И наша задача, короче, залететь на ту стройку. Да, вот туда. Вот, и мы будем с той стройки на менее маленькое, точнее, на более маленькое здание, ну, вы поняли, да? Да, и так постепенно вниз. А у меня нет парашюта. А, нет, есть. Есть? Я, готов? Да, я уже этого... Ты там, уже? Да. Ну, а я тоже. Ну, я сейчас на второй этаж стройки, по-моему, залечу. Хотя бы просто залети. Хорош. Блестящий. Ой, хорош. А, здесь есть проход, я просто здесь... Ты не залетел? Да? Пожалуйста, залети. Максим просрал этот челлендж. Я, короче, забыл, что там парашют может пропасть. Я хотел тебя, короче, дальше на второй этаж, да? И у меня парашют пропадает. Оставь. Класс. Ты сейчас как Элли сказал. В смысле? Ну, он такой же, как придурок, говорит. Блин. Давай, ты тогда залетай на Мейзбанк, чтобы по чесноку было, и оттуда уже. Быстрее, на меня кто-нибудь может поехать и сбить меня. И вот смотрите, включили уже фонарики. Ждем мы Макса, потому что он разбился. И мне надо будет все заново. Да, ну, да, чтобы было по чесноку, мы после каждого разбития головы. Потому что если голову разбить, то. Ну ладно, промолчу. Короче, после каждого разбития нашего человека об асфальт или об другой материал, мы будем начинать заново. Да. С Мейзбанка, то есть. И вот он должен залететь. Ну, кстати, попробуй на кран залететь. Врежься в него как-нибудь. Зачем? Не... О, это на кругобобе. Хотя нет, ладно, залетай на стройку сразу. Да не. Ну ладно, давай. Договорились. Давай, давай, давай. Мне бы только сесть аккуратно. Да ты сядь прямо на него и выпрыгни просто. Прыгай с него. Он не выпрыгает! Нормально было? Ты видел? Да, вообще. А я смотрю, как это происходит. Вейперы, пожалуйста, возьмите трубочку. Пожалуйста. Почему они не берут? Ну, как вы видели. Максим опять не смог долететь. Ну, теперь я лечу, и попытка у меня уже где-то 7-я, наверное. Да. Но пока он летит, давайте я вам панораму этого города покажу. О, fuck you, я это засниму. Красиво, не, да? Да, не подлетай только к Мейзбанку. Я вижу, как ты подлетел к нему. Отлети минутку, вверх просто взлети. Нет, все, тогда вот так, стой там. Ты я тебя вижу, я тебя вижу. А чего ты стреляешь? Смотрите, вон он. Не надо стрелять в меня. Не попал? Нет. Так, парашют у меня есть. Я это здание пока засниму. Чтоб... Смотри, как я буду лететь сейчас. Сейчас, подожди, я сфоткаю еще город. Мы такие, знаете, не... ну, руферы же тоже все фоткают. А. Так что, я... О, какой мост красивый, я засниму мост. И какой-то стадион. Ну что там? Руферы, когда... Руферы фоткаются. Ну, я тебя со снайперской винтовкой. Все, я тебя вижу, давай. Я тебя тоже фоткаю, там фоткаю. Да, давай, я приблизил, я смотрю на тебя через телефон. Чтобы близко было. Наконец-то я залечу, я должен. Ты на shift нажимаешь, чтобы он... Да. А мне надо будет еще на кран залезть, да, это получается? Да. Или лучше с этого сразу? Нихера себе! Хорошо, что я тут упал уже. Ну это да. Всё? Пускайся ко мне. Не, давай отсюда, мы оттуда не долетим. Я долетал, ну вот. А я, по-моему, сейчас должен... Нет.
Пожалуйста, не упади, братан. Как бы тут. Ты где там? Блин, я так как будто в аду. Ты опять упал? Да? Я упал, но я не умер, я понял, короче, прям вот на лестницу хотел залезть, да, и упал случайно там, короче, блядь, на следующий, этот, как, промежуток, что ли, называть, вот так. А, ну, ты живой, и это хорошо. Да. Как говорит Стас Давыдов, и это хорошо. Да, он говорит круче. И это хорошо. Есть ничего. Блин, знаешь, как прикольно фонарик так на меня светит, и как будто дьявол, блин. О, фак, луна. Надо селфи, селфи. О, да. Надо селфи бабахнуть. Так, а куда лететь-то? В какую сторону даже, если? Ага, вижу. Вижу. По идее, кстати, самое высокое здание ФБИ, но мне кажется, мы до него не долетим, да? Нет, мы уже не долетим до него, да. Пускай будет. Я потом есть все поудаляю пару фоток. А давай тогда ты первый? Да, ты залазишь там уже? Ну, я не могу сейчас. А, ну это да, все. Давай. Я долечу, нет? Нет. Да? Хотя бы на выступ залети, вон, видишь? Или я долечу? У меня здесь, кажется, нет. Я долечу. Нифига. Ноль. Я сам думал, нет. Ты бы видел, ты вот на записи потом посмотришь, ты у меня как будто вниз летел и дугу сделал такую. Так, я сейчас буду смотреть, как ты летишь. Лети, а? Бля, походу все плохо. Иди. Реально? Ну, вроде как, может, да. Тут не сядет? Как он сядет тут? Изи. Это же, блядь, вейпер. Не, реально, как он сядет? Он не сможет. Тварю. Допустим, вот тут его вызову. Так. Этот недоступно, вот, нельзя. Он улетает! Макс, гаси его! В смысле? Я его не убил! Гаси! Гашу, гашу! Он не умирает! Я тебе что и говорю. Убил! Он падает. Где? Да. Где он? Да, Тима, смотри наверх. Да, вижу. Он падает к тебе, лови его. Я бегу. Тима, лови! Я бегу за ним. Я слышал. Ты знал, что они ко мне поднимаются на этаж? Воу-воу-воу! Ёб твою! Вертолет, давай чуть бы быстрее, мне по сорочнику бы. Он садится быстрее, быстрее, быстрее. Не хочу просто ментов убивать. О, Максим стал. Нет, просто это, звезд. Просто патронов мало. Блин, ну что-то красиво все блестит, придурок. Быстрее, не лететь, мне что-то это. Ну как бы мне сесть? Вот так. Сейчас бы опять, а? Да, я сейчас хоп, опять умираю. Ладно, я прыгну. Твою мать, он сейчас взорвется. Он искатал свое. Он еще может взорваться. А не. Он не взорвется. Он хороший. Но он может меня винтом убить. Так. Это я первый раз на этой крыше сейчас, потому что я... Братан, ну я тебя уже не могу ждать. Давай-ка ты. Меня. Я тебе говорил, что он взорвется. А что с ним стало? Он взорвался. У него эти. А, в смысле? Да у него эти. Лопасти у него перестали. Бля. Мы же руферы. Мы должны ходить по крышам, а не прыгать. Ага. А мы что делаем? А ты взрываешься. Да. Я сейчас Короче, просто... я еду в больницу за вертолетом.
Я сейчас как руфер просто по карнизу иду. А ты куда сейчас будешь? Ты там еще, на этой крыше? Да. У меня есть цель. Вот тот вот. Вот этот вот. Давай, вот этот вот. Сейчас я делаю. Так, вот туда. Вот туда мы должны сейчас прыгнуть. Ну смотри, ну я, в принципе, уже сейчас буду... А я уже прыгнул. Ну, не знаю, долечу ли я. Долетел. Да, конечно, головой об стену и умер, но все же. Ну, ты долетел. Ну, я долетел, да. Да. Залети за мной. Сейчас опять начнем вдвоем как раз с той крыши, на которой я взорвал. А вот такие сальто ты умеешь мутить? Я просто сейчас прыгнул и на ноги приземлился. Как? Сальтуха. Ну, в смысле... Кстати, а можно как-то в GTA вот прыгать вперед, как в обычной GTA вроде? В смысле прыгать вперед? Ну, короче, бежишь и прыгаешь, просто падаешь, типа. А, нет, в это можно в обычной. А почему в лайнере? А это, типа, прикинь, сколько бы ублюдков таких было, что бы они делали. Ну, я, кстати, да, не знаю, почему эту функцию вообще не вижу. Но это было бы очень смешно. Садись, ты под мостом, я не могу там сесть. Давай, садись, я сейчас прибегу. Ты вообще-то урон мне наносишь. Да? Да. По-моему. Ну, не знаю. Ладно, полетели. Ух! Вот сзади нас. Да. Хотят уволить, понятно. Всё, прыгай. Тима! Чё? Ты так у меня сейчас смешно упал. Я тоже смешно упал. Я у тебя тарелку перелетел. Тима, походу, сейчас будет бабах. Аллах. Давай побыстрее прыгать, ты где? Иди ко мне просто, пожалуйста. Сейчас. Где он вообще упал? Он как бы не упал. А где он? Иди же. А, у него лопасти, все нормально. Смотри, откуда я прыгал. Вот с левого края нам туда надо. А на какое здание-то вообще? Я сейчас тебе покажу. Так ты упал, стой, Дима. Так, навались уже. Ну, вообще, вот на то бы. На три. Здесь. Только рядом вертолет побил. Вот это? Вот, а да, него... передай. Ой, там лифт, стой, дай посмотри, что это. Да, я знаю. Ты что, не знал? Сейчас, может быть, он взорвется, ну нахер. Лети лучше оттуда. Вот на левый колпак лети. А как? О чем мы с него не... Залазь, я уже лечу. Давай. Ну ладно, погнали. Здесь как раз парашют есть. Да, есть? Да, лежит. Ой, нойз. Димон, по-моему? Чё? А, нет. Рукой задел, так нормально. Смотри просто. А что, наверх можно залезть или что? Да, вот так вот. Но давай. Больше нельзя выше. Блин. Ох, ёб твою, ты видел? Ё, я думал тут это, обрыв. Давай перепрыгнем туда, на эту сторону. Я пробовал. Ага. Чуть-чуть не допрыгивает. И возможно вообще? Нет, скорее всего нет. Есть. Нет. Ох, нет. Чё? Просто встань вот вниз и посмотри сейчас, как я упаду. Это просто что-то. Он, короче, у меня головой бьется об карниз, и как будто пьяный назад чуть-чуть отходит и падает. Сейчас нормально вроде бы. Нет, сейчас я просто челюстью ударился и просто упал назад. Давай, знаешь, сейчас куда прыгнем? Ну смотри, можно... Ты какое-то высокое здание? Вон на то большое, видишь? Оно длинное такое, здоровое, слева. Где? Слева. Вон в том, там далеко? Нет, вон, смотри сейчас. Вот это? Вон. Вон, смотри. Но оно слишком маленькое. Ну так. Это уже конец получается сейчас будет? Ну да. Слышь, там здание на письку похоже. О, да, я хочу до него. Долетим, как думаешь? Вон. Не, не долетим. Почему? А давай, знаешь что, потом сделаем выпуск как-нибудь. Как мы будем искать пошлые пасхалки от Рокстара, я нашел, куда полетим. Вон да. Туда. Где? Ой, рили. Все, давай. Салют ебашит. О! Понеслась.
давай. Я хочу вот на ту. Да, давай попытайся на верхний зайти. А все, изи катка вообще. По-моему, я сейчас упаду. Ой, чуть не сдох. Ты в курсе, что если shift держишь и приземляешься? Стой, стой, не надо, ты сейчас упадешь. Ты не упал? Нет. Ты у меня, короче, вот тут, короче, держался до последнего, и думал, ты все туда упал вниз. А у меня знаешь, что было? Я лечу, я яйцами, вот, поясом бьюсь об этот карниз. А ты у меня как будто так висишь, да, и падаешь вниз. Не, а я, короче, ударился яйцами, вот, видишь? А мы же умрем если вниз. А у нас больше нету. А парашюта нет. Или есть. Надо здесь тогда искать его где-то. Тупик стоит. Это конец, чувак. Позвони вейперам. Погоди. Скажи мы руферу, у нас безысходность. Там вниз надо, походу, там где-то. А мы умрем, по-моему, да? Ну нет. Уверен? Нет. Может, не будем рисковать? Ну я и не собираю. Умрем? Да, умрем. А вот, если вот на эту, видишь вот эту херню хотя бы? Ну пробуй. Погоди. Сейчас я оружие в руки уберу на всякий. Давай. Сейчас я с разгона, ну нафиг. А ты не сможешь, здесь слишком высокое. Я понял. Разгон ни о чем просто. Пошло, ну все. Изи. Я просто, блин, ну руферы просто так не делают, мы просто круче, чем руферы. Мы jump roofers. У нас новое движение, знаешь, Vape Nation, руферы, а это jump roofs. Сейчас хайп словим. Да, сейчас хайп словим, и все будут jump roofs делать. Ух, ёб твою, я подскользнул. Все, Диман, давай, он твой. Убил, отлично. Давай. Иди нафиг, мясо. Ага, менты, здравствуйте. Jump roofs. Jump roofs. Давай, прыгай сюда ко мне. Стой, ты должен сесть, не надо стрелять, стой. Ты приземлись, и я сяду. Он сейчас взорвется, чувак. Беги. Или не взорвется, стой. Взорвется, скорее всего. Смотри, он не куда... должен, все. Смотри, куда я залез. Стой, погоди. Просто стой. Ты чё? Мне прям секунду сесть в него надо и вылезти, да? Да, можешь сесть и вылезти сразу. Вылезь ты быстрее. Не заводи. Все, вылази, нажимай. Ага. Ой, даже не успел. Смотри, так, есть? Так, всё, да, парашют есть сейчас. Да, ну все, давай тогда. Сейчас залезу только на крышу, а как? Ко мне залезь, либо по вертолету, либо, видишь, там порог. На порог можно залезть. Ну да, на вертолете легче. Так, а какое здание следующее? Ну давай, знаешь что, уже надо очень низко. Смотри, вон... Хотя мы не долетим, наверное. Вон то? Угу. Вот это вот, соседнее прям. А, которая напротив, там еще типа полосочками, да, идет он? Да, ну блин. Давай, если не долетим, вот слева от него парковка, на парковку давай. Да. Не, мы до него не долетим. Угу. Давай, либо направо вон туда, либо на парковку, либо вон там стройка есть. На стройку мы долетим? Да. Да, давай на стройку. Давай, на стройку. Jump roofs. Ой, что, у меня парашют порвался. В смысле? Что? Парашют порвался, чуваки! Как? Просто мы как руферы, мы залазим на стройки, в запрещенные места, мы вне закона, мы руферы. Вообще. Все дозволено. Что, не истина, все дозволено? Да. Альтаир? Не, не слышали. А кто это придумал? Да руферы это придумали. Да. Короче. Давай поступим очень тупо. И просто последним прыжком умрем. Ну, что, куда? Умрем? Да, ну все же. Ну ты же понимаешь, что все. По мне в полете! Дима, я выжил! В смысле? Я выжил! А смотри на меня, я сейчас просто на эпике, я не должен. Я тоже стрельну, давай, прыгни, как я.
Не, я по-другому, я сейчас на эпике, чтобы я не выжил. Мне просто повезло. О-о-о. Не, я рассчитывал, что ты выживешь. Я думал, что тебя стрельнут. А я нет. А что ты не стрельнул-то в меня тогда? Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то не рискуйте своей жизнью. Видите, как философское? Вообще. Вот. И, короче, не поддерживайте руфджамперов. Они лохи. Нет, ладно, они не лохи. Они обезбашенные. Вот если вы хотите умереть, тогда да, давайте руфджамперить. Отлично, меня сбили. Ну, только перед этим оформите посмертную подписку на мой канал. Что происходит? У тебя вообще просмотров не будет. Нет, вы включайте, поняли? Делайте так. Я не знаю, как вы это будете делать, но вы должны сделать так, чтобы у меня шли просмотры. Слышь, GTA Online сошла с ума. Блядь! Йо, что за джип, кстати? Ты прыгнул? Да. Лол. Я челюстью ударился, короче, об это, об какой-то карниз. Ну что, мы вот взлетели, мы подлетели ближе к пляжу, мы сейчас хотим на парашютах, мы же руфджамперы, прыгнуть вот на это колесо обозрения. Прям на него? Да, прям влететь в кабинку. Ну что, давай, раз, два, три, полетели. Просто банда руфджамперов. Открыл парашют, да, наверное? Да, я уже открыл давно. Всё. Да. Это я пока не вижу. А я в том, что очень далеко, высоко. Ух, я лечу. А, нет. Ух, я вертолет вижу, как он падает. Дима, ты меня погнал. Я хочу посмотреть просто, как вертолет упадет. Просто. А где он? Офигенно. На. Офигеть. Я не увидел, ну ладно. Я надеюсь, вы не расстроены. Диман, я на тебя лечу, на тебя лечу, Диман, на тебя. Только не врезайся, мы сейчас... Диман! Ух! Миллиметраж. Тебе ничего не напоминает эта горка, нет? Какая горка? Да вот, американская. Придумал. Диман, стой, сейчас все будет. А-а-а! Рокстар! Да. Диман, ну я все. Сейчас буду готовиться уже. О, я, да! Конечно, я, не, конечно, не на самую высокую. Я на самой высокой и споткнулся! Знаешь, что сейчас как угарно просто было? Да, раскидали бы. Всю толпу. Пошли на горку последний раз. О, провалился. О, нет. Ты катишься? Да, я стою на ней. А я качусь. А ты лежишь, я вижу. Ой, я споткнулся, ёптвою. Его нет, держусь. Ой, я упал. Меня забыли. Стой, 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 я должен успеть. Давай. Нет. Меня выкинули. А я бегу за ней. Я выжил. Давай, побежали. Ты бежишь за ней? Ой, я срезал. Макс. Диман, я навстречу. Я навстречу. Ох, ёб твою. Чё, она тебя сбила? Да. В смысле? Всё, звоним в полицию. Понятно. Подаем в суд, разбираемся. Я тоже бегу к ней навстречу. Я просто хочу посмотреть, как она меня снесет. Ну чё, давай на этом закончим. Я здесь сбил парочку хипстеров. Да. Ух, ёб твою мать. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Не повторяйте увиденное в этом видео, так как это опасно. И руфджамперы — это вымышленные персонажи, которые скоро превратятся в реальных, так как в мире полно кретинов. Но вы не пытайтесь этого повторить. А с вами, как всегда, был я, Лео Ди Каприо, мой дружок Макс. Здравствуйте. И какая-то нудистка на пляже. Того. А нет, это нигер. Нигер? 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 Ай, нигер, мой нигер. Ну что ж, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, продолжайте смотреть видосы. До скорых встреч. Всем пока-пока. Пока. До свидания, как говорится.
Твою мать, ты бы видел, что сейчас было. Я это... Хорошо, что я это записал, я это оставлю. Что это было?